Эйбл, а ты всегда на передовой. Заткнитесь, или хотите, чтобы нас убили? Вот как можно было не заметить этого снайпера, я не понимаю. Но я... Шербург окружен. Они знают это, как и мы. Но немецкая дивизия не собирается сдаваться. Линкор «Техас» ждет в открытом море, чтобы оказать огневую поддержку. Чтобы он смог подойти, нам нужно уничтожить батарею береговых орудий, расположенную здесь. Но сначала нам нужно захватить эту территорию, чтобы инженеры смогли основать операционную базу. Нам захватить городскую площадь, чтобы разместить там базу. Давайте сделаем это. Ну давайте, я ж не против. Сразу берем гранатомет, который тут хорошо для нас как раз лежит. Так мы сможем получать подкрепление. Захватываем здание, устраиваем там казармы. И нам, наша главная задача — это уничтожение всех сил вот в этом портовом городке. Первое задание, которое нам нужно сделать, это уничтожить береговую артиллерию, которая тут расположена. Если мы ее не уничтожим, наш линкор не сможет подойти и нам оказать помощь. Если мы ее уничтожим, то у нас будет артиллерийская поддержка, с помощью которой мы можем достаточно быстро зачистить этот самый город. Так, главное не спешить, казарму осваиваем, у нас достаточно ресурсов, 250 даже боеприпасов есть. Нам нужно, естественно, захватывать вот эти контрольные точки. Если мы их не захватим, то мы не сможем слишком часто пользоваться артиллерией, потому как она требует огромное количество боеприпасов. Так что действуем. Вот в этом здании у нас снайпер, вот в этом здании у нас также снайпер, тут пулеметный расчет, чуть поодаль минометный расчет, также тут несколько пехотных подразделений, тут стоит еще легкая машина. Так что уж точно легко не... Ай-яй-яй, немножко я сглупил. Зачем-то я послал его туда. Ну, просто не на кнопку нажал, такое бывает, но... Захватите эту территорию. Тому бойцу явно было не по себе. Он явно меня костерит уже на том свете. Так, у нас всего лишь есть один гранатомет. Захватываем вот эту вот точку со снабжением. Чем раньше мы ее захватим, тем лучше, тем больше у нас будет боеприпасов позже. Они нам очень сильно понадобятся. Так, инженеры. Отлично, вы нам нужны. Огнемет вам в руки. Сейчас мы будем выжигать просто всех врагов. Ой-ой-ой. Так. Вот это вот я не ожидал, если честно. Из этого здания отлично просматривается все места. Так, ладно. Мотопехота нам все равно ничего не сделает толкового. Так, вот отлично, они могут вести огонь по этому зданию. Снайпер вроде бы тут не может просматривать. И вот так что атакуем, и быть может через какое-то время гранатометчик все-таки жахнет точно по зданию, и снайпер умрет. Хочется на это надеяться, очки захвата уже спали. Немцы не планируют захватывать это здание. Так, ладно. Так, пора, пора. Поехали. Вот еще тут гранатомет лежит как раз для нас. Так, это можно, конечно, до посинения тут сделать. Так, все, 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 друзья, у вас есть, давайте выжигать всех, всех ребят, давайте. Снайпер промахнулся, сейчас ваш звездный час настал. Давай, 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 давай. Так, ну уже бонус, тут даже пули может не попасть. Так, все, замечательно, почему-то этот снайпер все равно никого из нас не убил. Мы потеряли только одного бойца из-за моих халатностей, естественно. Так, отлично. Вперед не идем. По крайней мере, активно. Сразу заходя вперед, я скажу, что нам не, мы не только с помощью пехоты будем справляться с врагами. То, что это было нереально. Так, еще один гранатомет. Тут, оказывается, пехотное подразделение 6 человек может нести 2 гранатомета. Я только недавно это заметил. По крайней мере, вроде десантники могли нести только один. Так, все, отбегайте, отбегайте, не теряйте гранатомет, они нам еще понадобятся. Понадобятся они нам. Так, ладно, сейчас тут надо думать. Тут надо думать, надо думать.
Так много, конечно же, пехотных подразделений нанимать мы не будем, потому что ограниченное количество личного состава. Так, ладно, ребят, давайте. Рискуем, естественно. Нам нужно выкуривать этого гранатометчика, иначе мы пройти не сможем дальше. Опа! А вот и наши танки. Вот как раз, кстати, инженеры. Я думал, что их ждать придется долго. Ребят, вы что, слишком долго? Я уж не знал, чем даже тут развлекать. Так. Два Шермана. Ну, они разные немножко, это видно. Один Шерман обычный танк, 75-миллиметровая пушка, на него можно еще установить пулемет 75-миллиметровый. А другой Шерман это огнеметчик, который идеально используется для уничтожения пехотных подразделений. Вот сейчас мы как раз сожжем этого снайпера. О, даже попали по нему, ничего себе. Вот, пожалуйста, все легко. Так, крокодил. Это Шерман называется Шерман Крокодил с огнеметом и с маленьким пулеметом. Так, Оствинд, это самоходная установочка, ничего в ней опасного нет. Вот это Оствинд. Малокалиберное орудие, оно даже, в принципе, большой урон не несет, даже в корму. Так. Вон, ну даже, ну, по-моему, 1% всего отнял. Так что Шерман Крокодил, стой здесь и выжигай все. А ты атакуй Оствинда. Так, в то время как наши пехотинцы, вот, кстати говоря, еще нам дали даже пулеметные расчеты. И даже ни много ни мало снайпера. Так, передвигаемся сюда. Минометный расчет сюда. Снайпер вот сюда. Так, все выжигается тут. Оствин пытается по нашему Шерману атаковать. Шерман почему-то, хоть и атакует, но очень слабенький урон наносит. Подъезжает поближе. Так, давай. Оствин достаточно бронированная махина. Ну, конечно, не такая бронированная, как штук. Так что, в принципе, он должен капитальный вот, нанести урон. Все дело было в расстоянии. Вот уже одну нашу получил наш огнеметчик. Замечательно. Уже опытный, уже бывалый. Шерман тоже получит. Ну вот, на ошибку после уничтожения Оствинда. Так. У нас здание, штаб. Его мы тоже можем использовать потом, после того, как выкурим врага. Для того, чтобы нанимать пехотное подразделение, с помощью которых мы будем активнее сражаться с врагами. Вот, пожалуйста. Городская площадь взята. Все хорошо. Передовой штаб автоматически уже создан, так что исследовать его не надо. Так. Снайпер попал под обстрел, не шути, да? Так, пулемет расчет, давай захватить вот эту вот позицию. Захватить батарею береговых орудий. Батарея береговых орудий. Наша следующая цель. Рота Эйкл, продолжайте продвижение. Так, из этого штаба можно нанимать только инженеров. У нас и так как целых два подразделения, так что, в принципе, больше и не нужно. Мы можем также построить здание. Почему, собственно, это и не сделать? Враги уже тут не будут появляться. Так что вот прикажем. 81-миллиметровый миномет, мы также можем его использовать. Так, пулемет, стой, нет, пулемет. Следующий, все, на Шермане крокодиле ничего исследовать нельзя, у него есть только огнемет, у него есть пулеметчик маленький, который наносит мало урона. Так что он преимущественно использует для уничтожения живой силы. Легкую технику он, конечно же, тоже может уничтожить, но уж очень легкую, совсем машинки, можно так сказать. Так, все. Минный трал устанавливать не обязательно, мин тут нету. Так что пулемет 10-миллиметрового хватит вполне. Так, разносим их в клочья, в то время как наш крокодилус зайдет вот с этой позиции и сожжет тут лишних пехотинцев. Так, где-то тут уже минометчики, они это мне не нравится. Они могут нанести очень нехилый урон нашим танкам. Тем более 81-миллиметровый. Так, Шерман. Выкуривай пехотное подразделение.
из этого здания. Так, молодец. Так, крокодил, продвигайся дальше, уже получил вторую ошибку. Ой, Шерман тут тоже. М4 получил. Молодцы. Что тут сказать? Снайпер живой. Никого вроде так и не убил. Так, ладно, минометчики. Передвигайтесь сюда. Пулемет на расчет оставим вот здесь. Мы будем по этому пути также наступать. Но сейчас желательно по нему не идти, потому что береговая артиллерия будет по нам отрабатывать. Также техника у врага тоже есть. Она стоит вот здесь. Так что они засветят тех, кто проходит по этой дороге, и расстреляют очень быстро. А терять ценное подразделение не хочется совсем. Так, даже несмотря на то, что мы их можем нанять. Так, снайпер. Обязательно. Второго сюда мы наймем. У нас повреждение. Такс. Враги до сюда все равно добегать не будут. Немцы отступают. Ставим. Так, М4, как ты тут поживаешь? Все неплохо. Езжайте сюда. Враги тут абсолютно беспомощны против нашей тяжелой техники. Тут даже гранатометчиков нету. По крайней мере, вот на этом берегу. На том берегу все будет очень и очень жарко. Будет гораздо тяжелее. Так что расслабляться не стоит. Нахрапом эту миссию пройти невозможно. Она будет такой же длинной, как и Монтебур предыдущая. Так что настраивайтесь на долгий бой, на очень затяжной, я бы даже сказал. Так, стрелки. Так, снайпер уже исследовался, уже обучился всему, что только можно. Так, наблюдательный пункт, естественно, вот на этой позиции. Это гранатометчики. Вот сюда. Так, все там хорошо, мы даже одно очко получили. Так, все, стрелки, идите, захватывайте контрольные точки. Инженеры, также не отходите слишком далеко от техники, она может быть повреждена, ее нужно чинить вовремя. Так, а вот и первый штук. Естественно, крокодил ему ничегошеньки не сделает, так что в бой вступает Шерман. Давай, 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 давай. Так, плохо, плохо стоишь. Очень плохо стоишь. Так. Так, стрелки, рано, рано, рано. Давайте-ка атакуйте вы. Лучше Штуга. Так, минометный расчет. Придвигайтесь сюда. Инженеры, вы пока захватываете эту позицию. Пока техника не нуждается в срочном ремонте. Вот, замечательно. Залпик хороший произошел. Так, еще у кого-то там гранатомет есть, я знаю. Давай, 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 давай. Отлично. Так, отбегаем, отбегаем. Слишком много пехотинцев. Так, крокодил, теперь твой черед. Шерман немножечко покоцался, все уже по три нашивки получили, все уже ветераны, все молодцы. Так что уже могут ехать вперед. Вроде бы, если не изменяет память, больше штуков нету. Так что можно ехать. Можно вперед бросать крокодила, чтобы он своим огнеметом зачищал все здания и убивал всех пехотинцев, которые тут собрались оборонять этот портовый маленький городок. Так, молодцы, стройте наблюдательный пункт, чтобы больше прироста боеприпасов приносило. Так, тут все хорошо. Так, оборонительные операции необходимы. Так, склад, первый уровень производства, уменьшить стоимость содержания ваших войск на 25%. Я, кстати говоря, не знаю, я не строил никогда это здание. Так что для меня это все в новинку. Ну, построим, апгрейды. Апгрейды лишними не бывает. К тому же, если на них есть ресурс. Так, крокодил, сожги вот этих вот пехотинцев. Так, М4 тут стоит. Ты можешь пока ехать вперед. Тебе починка критическая не требуется. Так что можно уже ехать сюда. Так, стрелки и гранатометчики. Вы продвигаетесь сюда. Нужно захватить еще одну ключевую позицию, вот эту, нам нужно больше боеприпасов. Да, ой-ой-ой-ой. Вот это вот плохо, 50-миллиметровая пушка, но она, по-моему, успела... Ох, таньки, да успела и не раз жахнуть-то. По нашему крокодилу, тем временем.
Я даже не обратил внимания на то, что гранатометчики уже стали. Ай-яй-яй. Давай, Шерман, молодец. Так, давай. Так, мы пока на перезарядке. Да. Так, ладно, отступаем. Верный вперед, убить гранатометчика, иначе наш танк один уже уничтожит. Так, ну нет. Выжил. Давайте, винтовки в бой. Убейте вы одного-то, ну что ж такое-то, он все равно косой. Вот, молодцы. Так, возьмите еще один гранатомет. Будет целых два у вас, вы будете более мобильным подразделением уничтожать не только пехотные, но и также танковые. Так, ну самое время починить нашу технику. Так, инженеры сюда. Так, чиним крокодила. Так, у нас тут еще одни инженеры. Угу, огнемет. Такс. Моточасть, бронированный автомобиль. Какие-то мы можем уже создавать. Я проходил эту миссию без каких-то дополнительных вот этих частей. Я проходил силами двух Шерманов и силами элитных подразделений. Какие элитные подразделения нам будут доступны, я вам скажу чуть позже, когда мы наберемся. Так, быстрое реагирование. Так, быстрое развертывание. То есть обучение личного состава будет происходить гораздо быстрее. Это хорошо. Так, минометчики. Минометчики уже идут, это прекрасно. Так, идите вот на эту позицию, вы будете как раз забрасывать вот этим пехотинцем, пока наша техника чинится инженерами. Стрелковый взвод захватил объект. Так, ага, в пределах данной зоны мы не можем строить. Ой-ой-ой-ой, там снайпер, это плохо. Так, миномет на расчет, давай стреляй вот по этому зданию, нам нужно выкрутить всего этого снайпера. Так, неплохо, давайте. Крокодил уже достаточно хорошо себя чувствует. Уже может даже на передовую выезжать. А минометчик пускай тут покуражится, пострелять по этому дому. Вот тут штаб. Казармы вермахта. С помощью этих казармы нанимать, естественно, пехотное подразделение. Так что нужно уничтожить, естественно, это здание, чтобы они не... Дай боже, не построили таких гранатометчиков. Так, вражеский пехота открыла по нам огонь. Ничего страшного. Минометчики, вам куда сказано стрелять? Вот сюда. А вы стреляете по пехотинцам. Так, давай, крокодил, выжигает вот этих пулеметчиков, они тебе ничего не сделают. Все равно. Вот мы уже дошли почти до берегового орудия, мы его уничтожим очень легко. Можем даже особо не торопиться. Так, инженеры. Я не кликнул. Моя ошибка. Так, вражеское подразделение уничтожено. Наконец-таки они этого снайпера убили. Так, минометчики, пробирайтесь сюда. Так, у кого там повреждения? Так, крокодил, давай туда. Шерман на позиции. Шерман атакует казармы. Стрелки будут за броней прятаться. Так, что у нас тут? Там пушка тем временем. Так, давай. Не должны они сюда выйти. Живыми. Так, давай-ка, отъезжай. Но все-таки нам нужно будет починить технику, потому что там 50-миллиметровое орудие, оно может плохо накидать нашим Шерманам. Так, давай. Отступаем немножко. М4 давай сюда на эту позицию, чтобы тебе инженеры смогли подлатать немного. Так, все прекрасно. Надеюсь, что они не успели развернуть пушку. Так, нет, не успели, но там еще зенитка. Зенитка в корму-то может накидать.
Это уж точно. Так, ну тут все. Все хорошо. Так, тем временем посмотрим, как у нас там передовая база разворачивается. Вот, пожалуйста, мы можем уже даже вот М8 создавать. Тот самый бронированный автомобиль, который такие вещи творил в предыдущей миссии. Полугусеничный БТР, тот самый, естественно. Грузовик зенитного типа. Так, тут все хорошо, конечно. Второй уровень производства, снижать затраты на содержание войск еще на 25%. Отличненько. Так, что мы там еще можем? Танковая часть, вот это да. Ладно. Так, еще инженеров, что ли, построить. Да, тут нужно передовую позицию хорошую сделать, хоть у нас тут есть пулеметчики. У нас есть стрелки, я думаю, что враги к нам все равно не проберутся. Но. Все равно. Так, минометчик сюда. Перемещаем. Такс. Шерман, проезжай тут, чтобы тебе не навесило 50-миллиметровое орудие. Еще не хватало двойную работу инженерам делать. У них и так будет много работы. Так, бронированный автомобиль, вот откуда ты взялся? Прям прямиком в тот момент, когда сюда пришли инженеры. Да, ладно. Отобьем сейчас все, что только можно. Бронь автомобиля, естественно, ничего не сделает. Прикрываем главное, что инженеров. Так. Вот сюда пехота. Так, Шерман, ну давайте, попадайте по нему хоть. О, отлично, тут уже пехотинцы атакуют как следует. Огонь на себя не взяли, конечно, но теряли бойца. Даже двух бойцов. Даже трех бойцов, что ж такое-то? Если бы они были точнее, мы бы вообще никого не потеряли. Но вот так уж произошло. Так, давайте. Уничтожайте. Выжигайте. Усиленные бункеры. Используйте взрыв-пакеты и уничтожьте их. Вызовите сюда инженеров. Так, инженеров мы потеряли, все-таки пехотинцы не добрались. Ничего страшного, конечно же, в этом нету. Просто еще одних инженеров пришлем выручать наши танковые войска. Уничтожьте вот эту дверь, это нам сказали, можно инженеров, но не обязательно именно инженеров сюда присылать, можно и с помощью пушки это все сделать. Так, все, зенитно уничтожено. Шерман продвигается вперед. Сейчас он с помощью своей 75-миллиметровой пушки уничтожит эту дверь. Все, и... Подход к береговой батарее открыт. Уничтожьте орудие. Ворота взорваны. Цельтесь по магазину. Сейчас прицелимся, не волнуйся. Вот, давай. Плохой выстрел, Шерман. Плохо стреляешь. Все. Береговое орудие выведено из строя. Давай. Вот она мощь линкоров. 30-я немецкая дивизия на ногах. Нам надо действовать жестко, добраться до их главного гарнизона в порту и захватить его. Немцы не сдадутся до тех пор, пока мы не уничтожим их систему управления. Нам нужно полностью разрушить их штабной комплекс.
Да не вопрос, вот у нас появилась уже береговая артиллерия, морская эскадрилья. И вот мы можем с периодичностью раз в 30 секунд атаковать. Конечно же, это 150 целых боеприпасов требует, но оно того стоит. Это уж точно. Вот, пожалуйста, мы уничтожили легкую этого штуга. Хотя могли бы и этого и не делать, конечно же. Но мы потратили время. Так вот, пожалуйста, мы можем уже исследование новое. Это элитное пехотное подразделение, вызвать рейнджеров, которые вооружены двумя гранатометами и также могут быть снабжены автоматами Томпсона, легендарными Томпсонами. Да-да. Так, захватывайте пункт снабжения. Крокодил на позиции. Просто ищи. Хорошо, мы захватим, естественно, контрольную точку, захватим дополнительные ресурсы. Они также будут расставлены в большом количестве на карте. И горючие, и боеприпасы. Так что, в принципе... Так, стой, стой, крокодил на меня едет. Так, сюда еще жахните. Раз что-то уж очень много войск вражеских пока светится до этой позиции. Значит, это будет отлично. Все просто превосходно. Тяжелая кавалерия готова. Так, тяжелая кавалерия. Готова-то хорошо. Давай-ка выезжай. Так, тем временем мы рейнджеров сюда пришлем. На поле боя появились рейнджеры. Такс. Немцы получают подкрепление с юга. Так, вот это плохо, кстати говоря. Мы не захватим их автопарк, наш фланг не будет защищен. Да-да-да-да-да, автопарк, это все серьезно, конечно же. Нам нужно вот как-то с этим делать. Правда, я понимаю, что пофиг абсолютно. Так, у вас гранатометов нет, что ли? Вы шутите. Так, ничего не сделают. Еще залп сюда. Так. Да, все достаточно как-то не позитивненько складывается для нас. Но пока мы все-таки выдерживаем этот натиск. Шерман уже заехал в корму. Сейчас будет карать все как надо. Так, крокодил. Давай сюда. Даже можно вот сюда проехаться от все. Так, стой. Инженеры, давайте. Все тут хорошо. Мы можем гордиться собой. Да, можете гордиться. Вперед! Так, захватывайте топливо. Так, давай, выжигай, не успей выстрелить. Успел, сука. Ладно. Давай. Так. Ну давай. Докажи, что инженеры тоже могут. Мы потеряли подразделение. Кто там? Крокодил на позиции. Да, как печально, мы потеряли подразделение. Я думаю, что несущественно. Так, ой, там танковая часть потеряна. Блин. Как-то тут все очень и очень нехорошо вышло. Ладно, сейчас мы все сделаем. Ну зря же у нас рейнджеры есть. Сейчас мы восстановим все. Крокодил тем временем нам поможет. Так, давай. Артиллерия. Так, ну ничего, дадим им немножко времени, чтобы они почувствовали себя крутыми, что они контролируют все. Естественно, это далеко не так, так как свою еще беговую
свою артиллерию еще не хватало попасть в съем. Отлично, вражеское подразделение не трогает. Так, давай чини. Чини, давай. Ну, свою чини не хочет. Так. Ладно, дали небольшой фор врагам, теперь все серьезно. Отступая, инженер восстанавливает мод-часть, добирает своих новых рекрутов. Так, рейнджеры, что у нас не обошли с фланга сюда. М4. Так, с полузащитной машиной тут сражается. Ну да ладно. Ой, гранатометчик, это плохо. Так, давай. Отступай. Так, молодец, попал. Так, подвигаемся. Ой-ой-ой, вот это вот плохо. Так, хорошее попадание прям сходу. По этой пушке. Так, давай. А, есть, поймали. Так, крокодил, давай выезжай сюда, выжигай пехоту с гранатометами. Так, прекрасно, вражеское подразделение уничтожено. Так, флаг вам, тебе в руки, крокодил. Так, молодцы, не допустили, чтобы враги дошли. Так, вот это вот плохо. Крокодил почему-то не может урон нанести. Это что за фигня такая? Так, инженеры, давайте. Ну же, крокодил, давай. Я в тебя верю, ты сможешь один справиться с ними. Да. Так, еще, чуть-чуть же, ну же. Так, ладно. Вражеское подразделение уничтожено, крокодил выжил, это самое главное. Так, давай-ка чини танковые. Так, танковый завод нам нужно построить. Вот опять же на том месте, мы больше его нигде не сможем построить, увы. Так, тут точка не захвачена, инженеры тут остались, вам огнемет в руки. Захватывайте точку, потом возьмем еще канистры, которые нам пригодятся. Так, пулеметный расчет, иди сюда. Ты все равно, ну ничего личного, но ты явно лишний тут. Так, покажите, что вы можете. Так, снайперы. Две штуки. Сюда. Вот так. Какое подавление. Так, рейнджеры. Да. Шерман, у него практически все ХП осталось. Гранатометчики по нему не отгрузили ни разу. Так, вражеское подразделение уничтожено. Отлично, молодцы, пулеметчики, хорошо сработали. Так, теперь идите-ка захватывайте вот этот вот пулемет. Ой, пулеметный. Пулеметное подразделение, захватывай большой пункт снабжения топливом. Так, у нас тут еще два стрелка. Захватывайте стратегическую точку. Она нам нужна. Даже мы без нее. Шерман на позиции. Давай, выезжай сюда и убивай тут все. Так, как там танковая часть построена. Так, делаем апгрейд. Ага, хренушки нам показали. У нас недостаточно топлива. Да. Так, ладно, наблюдательный пункт, возьмем потом тут топливо, тут дофига цистерн с топливом, вот, пожалуйста, я тут не взял еще. Уничтожил береговое орудие, про канистры и про боеприпасы я совершенно забыл. Так вот, теперь уже мы можем выполнить апгрейд, сделать 76-мм орудие на Шермане, тем самым он будет дополнительно большее количество урона наносить танком, но меньше урон наносить пехотное подразделение, потому что разлет осколков будет меньше. Но главный урон по технике выше. Это самое главное. Так, крокодил, чините. Так, инженеры готовы. Молодцы. Захватывайте вот эту вот точку. Так, рейнджеры, вы что тут сидите? Не пойми, что делаете. Так. Сектор захвачен. Молодцы. Так, держать. Так, пулеметный расчет сюда. Боеприпасы, топливо нам нужно. Так, снайперы, сюда продвигайтесь. Такс. Пункт построен. Так, топливо мне нужно. Так, Шерман. Пожалуй, что построим еще один Шерман. Много хороших танков не бывает никогда. Я справлялся с силами всего лишь двух танков, одного обычного Шермана и крокодила. Ну, и если... дает построить, почему не построить. Так вот, еще легкая машина М8, она мне нравится. Установлен на нее 50-мм пулемет, обвесы броневые навесим. В тыл врага отправим. Так. Перерыв окончен.
Все у вас тут хорошо. Перерыв окончен. Да-да-да. Сейчас постройте. Тут еще наблюдательный пункт. Этих будем использовать только для строительства, как боевые единицы. Они мне абсолютно не нужны. Так, все апгрейды мы сделали. Использовать подразделение из предыдущих миссий. Интересно, ветеран-снайпер ранг 3 уровня доступен. Ничего себе, вот это серьезно. Но я пока не буду его нанимать, потому что, возможно, очков не хватит на какие-то нужные действительно подразделения. Снайперы тут не рули, тут рулит техника. Шерман на позиции. Так, Шерман на позиции. Ты молодец. Так, еще рейнджеры нужны на подавляющий огонь. Такс. Грейхаунд, слушай. Так, 8 давай. Сюда. Так, молодцы. Какой настрой-то боевой. Так, вот не хватит еще на один Шерман построить, слишком много личного состава. Так, Шерман, там гранатометчики, Давайте стрелять. Вы должны выжить, черт возьми, у вас тут уже вообще мишки есть. Так, ладно, отступайте. Так, пехотное, пулеметное подразделение, давайте, вы все равно мне не нужны, умрете хоть как герои. Ты, да что ж такое-то? Не хотят они умирать как герои. Ладно, идите сюда. Так, вам Томпсона, естественно. Сюда, рейнджеры, сюда. Так. Давайте. Покажите, какие вы герои, как вы можете стрелять. Вот. Молодцы, я вас вижу, что вы всех тут прибьете. Давайте танки пока подзаправятся, их помоют. Так, экипаж покурит. Так, крокодил. Отлично, восстановился он полностью. Так, инженеры сюда. Восстанавливайте вот этот танк. Так, какие-то там еще инженеры остались без работы. Не, долго без работы остаться. Не можете. Наблюдательный пункт сюда. Пулеметчики, ну как же вы так? Я же вас так верил. Ладно, конечно же, я вас не верил. Мне нужен был еще просто один Шерман. Так. А, нет, снайперы сидите тут. Там у них минометчики, скорее всего, есть. Против минометчиков мы ничего не сделаем, по крайней мере, на таком большом расстоянии. Мне просто нас закидают осколками. Так. Крокодил. Давай сюда. Покажите нам, где будет бойня. Так, бойня мне будет. Пока что тут не будет. Так, бери. Базуку. Так, ну ладно, стойте здесь, в принципе. А, вот, вы еще что можете сделать? Да, строитель, давайте. Я думаю, что опыт хороший у вас будет. Так, ну давайте, ну что же вы спите-то? Так, сюда, там где-то еще стоит, там где-то еще один Шерман. А, вот, как раз я его подловил. Так, пулемет тебе. Сейчас мы будем аккуратненько выдавливать врага с их позиций. Так, давай-ка. Крокодил, ты первый. Так, вот сюда. Огонь линкоров будет направлен. Так, вот сюда. Так, у нас арт-огонь. Ничего себе, как тут много вражин-то. Так, сейчас будем искать казаны, уничтожать их. Что-то они уж слишком расплодились. Ой, попадание в задней части. Это неприятное, как минимум. Так, давай. Так, один Шерман может тоже подстраховать. Так, пока течинится. Давай, ну что ж вы спите-то? Так, М8, тыловая машина, давай, ехай. Так, ничего миномет не может сделать, никакого урона нанести.
так, что можно ехать. Главное, чего нужно бояться, действительно, штурмов и противотанковых пушек. Так, давай сюда. Крокодил. Выжигай. Минометный огонь. Минометное подразделение, вернее. Ой, ну-ка, что так промахнулся, Шерман? Ой-ой-ой-ой-ой. Ты не должен был так промахиваться. Так, вы... Уничтожено там подразделение минометное. Так, давай-давай, М4, вот сюда. Так, М8. Без особого приглашения сюда. Так, как с починкой танка. Так, ладно, сюда продвигаемся. Так, все тут, в принципе, у нас неплохо. Отступаем на починку. Так, это там будет охранять направление, мало ли кто не тут пойдет. Так-то заменяю его здесь. Инженеры бегут починить. Они очень хотят чинить. Они не могут без починки ни секунды. Чините, раз так хотите. Так, рейнджеры. Давайте основывайте тут казармы. Еще одни рейнджеры сюда. Так, кто по нам стреляет, покажите мне. А, там еще минометчики. Ну что ж, пускай, в принципе, стреляют. Они нам большого урона не нанесут, наши техники. А рейнджеры вот могут. Так что ладно. Атакуем. Неплохой выстрел. Мне понравился. Так. А чего вы не хотите захватывать это? А, ну разрушено. Блин, хреново. Придется искать другое здание для того, чтобы тут казарма на этой стороне уже обосновать. Так, орудие. Быстро. О, отличный выстрел, молодцы. Так, это здание на аннигиляцию. Так, слишком далеко не заезжаем, чтобы они не подумали, что мы уже атакуем главную базу. Так. Так, не, крокодил, ты не надо. Так, захватывайте вот эту точку. Крокодил, ты езжай сюда, тут какое-то подразделение должно быть. Да, пулеметчики тут. Пулеметчиков мы бьем вот так. Так, арт-поддержка, давай, чтобы никуда не отъезжай, все хорошо. Ты сейчас покажешь свою огневую мощь. Стой на месте. Есть. Отлично, он разворачивается. Давайте еще прям сюда, в центр. Молодцы. Отлично. Так, все, прекрасно. Проникли. Так. Недоступно. Так, к сожалению, ремонт в полевых условиях мы не можем изучить. Плохо. Так, еще одни рейнджеры. Вы что, тут так и будете, что ли? Сидеть? Нет. Вперед идите. Пулемет МГ-42. Ну, они могут взять. Так. Вот это дерзость. А. Какая-то обычная бронемашина пытается атаковать наш танк. Средний. Ну что ж, удачи. Вот и все. Так, Шерман, выезжай сюда. Крокодил, стой на месте. Мы захватили боеприпасы. Так, восстановился танк. Сейчас один Шерман с бронемашины поедет туда. Тут мы уничтожим одну передовую базу вражескую. По производству пехоты. Также там охраняются эти базы двумя-тремя штуками. Так что аккуратно это делаем. Шерман, давай сюда. Этот Шерман, заходи вот сюда. М8, заходи в тыл, расстреливай всех тех, кто там обосновался в разрушенных зданиях. Так, давай. Так, отрежусь. Ой-о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 й
не жахнул. Ладно. Бывают и такие маленькие фейлы. Ничего страшного. Давай, 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 давай. Шерман, я в тебя верю. Зря я в тебя верю. Так, ладно, отступай. На всех парах, да, есть еще один Шерман, сейчас мы назовем. Ой-ой-ой, ты чего, поворачиваешь задницу? А, он все на косой. Ладно, тогда можно.
Давай. О, главное орудие уничтожено. Прекрасно. Так, пока мы казарму уничтожим, так Шерман отъезжает немножко подальше. О, вот это да, прям на ходу. Так, инженеры, давайте чинить еще. Я знаю, вы любите чинить. Так. Все у нас тут хорошо. Так, что у нас тут? Ага, машина. М8. Давай сюда. Зайдем к ним в тыл. Там наверняка еще какой-нибудь штук стоит. Ну давай, стрельни. Ой, какой ты косой. Фу, таким быть. Так, понятно, понятно, понятно. Отъезжай. Я понял, какая тут задница творится. Хотя мог бы жахнуть тут еще один раз ради приличия. Отлично. Давай, 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 давай еще. Нужен, 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 нужен. Прекрасно выстрел. Как там штука выживает? Ты так будешь кормой толковать? О, вот это вот прям пробитие произошло. А, понятно, что контуженный. Так, давай, 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 давай. А, отлично. Есть контакт. Так. Восстанавливается. Вражеское подразделение, естественно, уничтожено. Кто бы в этом сомневался. Так, 8. Давай, казармы-то будут разрушены в конце. А, штурмовая бронетехника, более того. Они, между прочим, машины ж клепали. Нам это не надо. У нас должны фланги быть зачищены. Так, вон там еще одна машина. Давай. Вражеская корзина уничтожена, так что я люблю, когда не говорю такие слова. Приятные для слуха. Так. Крокодил. Иди вот на эту позицию и помогай тут Шерману. Давай. Атакуй. Ну же, давай, выстрели. Получи на шифку. Не получил, но выстрелил. Такс. Что у нас тут еще, наверное, какая-нибудь база? Ну хотя, ну где тут еще строить базу, я не понимаю. Так что нет, все, они уже больше машин строить не смогут. Все тут ликвидировано, все тут зачищено. Осталось только убить вот этого вот инженера, который даже не знает, куда ему деваться. Так, инженера починили. Инженеры сейчас будут тут все захватывать. Эта территория должна стать нашей. Так, и сколько что интересно инженера будешь говорить? Понятно. Молодцы. Так, Шерман, отъезжай сюда. Сейчас инженер захватит эту стратегическую точку и тебя починят. Так, Шерман, этот вот сюда. Так, рейнджеры. Вот рассредоточьтесь вот так. Так, все хорошо тут. Переживать вовсе незачем. Так, М8. Нет, горючего не сможет взять. М8 сюда. Так, еще инженеры будут тут. Снайперы еще тоже поработают у нас. Куда-нибудь вот сюда они. Пожалуй, что засядут и будут отстреливать всех пехотинцев, которые будут по этому направлению идти. Так. Инженеры молодцы. Так, нужны еще одни инженеры, чтобы процесс ускорить. Так, вот, захватывайте вот это. Нам нужно много боеприпасов. Артиллерийская поддержка будет работать, не замолкая. Так. Убей вот этого. Так, крокодил, пока стой здесь. Всё, браво. Браво, брависсимо, чинились. Так.
сюда, давай. Убивать это пулеметное подразделение. Отлично. Так, снайпер. Еще выстрел, ну уже. Да стрельнешь ты, или нет, молодец, вот просто браво. Так, ну вы что же вы сделаете, интересно, даже гнать. Конечно же ничего, просто красиво умрет и все. Так, крокодил, давай. Выжигай. В первую очередь гранатометчику, естественно, выжигаем. Так. Все у нас хорошо. Снайпер, давай сюда. Ой-ой-ой. Так, давай, еще раз. Да, это плохо, нас из этой позиции выгнали все-таки. Так, давай. Так, снайпер. Мне нужна твоя поддержка, там гранатометчики. Так, инженеры. Стройте. Так, давай. Да. Давайте, снайперы. Покажите, что вы можете. А вы можете многое. Вот. Вот это я люблю. Так-с. Восстановился этот танк. Он может ехать сюда. А инженеры, быстро, крокодил наш восстанавливайте, потому что он на последнем дыхании, тут он не выживет долго. Это факт. Вот, давай. Пока снайперы будут тут по ним стрелять, они даже ничего не сделают, они просто будут умирать. Так, пока будут сдерживать тут наши снайперы пехотинцев. Рейнджеры тут также будут прикрывать, конечно же, чем они хуже. А ничем. Так, и Шерман тут естественно восстанавливается даже. Так, снайпера, давайте продвигайтесь сюда и уничтожить всю живую силу. Это ваша работа, в конце концов. Так, молодцы, так держать. Наш инженер тут построен наблюдательный пункт. Получаем все боеприпасы и топливо, хоть они нам, в принципе, сейчас не очень нужны, но врагу не нужно оставлять ничего. Ни единой единицы провизии. Не... Ни единого болтика, ни шурупика. Так, вот они, гранатометчики, которые тут отбежали, и нужно их уничтожить. Наши танки пойдут через вот эту позицию, и поэтому нужно их зачистить от живой силы как можно более максимально. Так, рейнджеры, давайте не спите, захватывайте вот эту вот точку. Танк, сюда выдвигайся. Браво, так держать. Так, и тут еще что-то... А, тут еще пушка. Давайте. Еще одного хотя бы убейте. Давай. Отлично. Тот сделал суицид. И поэтому весь экипаж пушки 50-мм погиб. М4. Выдвигайся сюда. Сейчас мы пойдем получать медальку. Нам нужно уничтожить штаб подрывников за 2 минуты. Он хорошо охраняется. Если мы сможем все сделать правильно, мы получим хорошую медаль за отличные службы. У нас тут пехота атакует. Ну-ну, давайте, удачи вам, что ли. Так, точка захвачена, пехотинцы почти все убиты. Так, Шерман, давай поехай сюда. Что у нас тут? Вот у нас кто. Отъезжай, сейчас артиллерия его заберет. Кстати, хорошее попадание сделал. О, даже два хороших попадания, так что можно, в принципе, уничтожить без помощи артиллерии. Ну ладно. Так. Тут у нас крокодил. Сюда. Инженеры. Давайте.
Так, давай-ка. Сейчас поедем уничтожать базу подрывников. А, очень хорошо охраняется, поэтому нужно предельно аккуратно действовать. Нацеливаем на врага. К бою готовы. Так. Двигаемся. Просто еще. Поврежден двигатель. Вот это вот попадание, я понимаю. Выстрел. Так, давай. Отлично. Нужно еще один выстрел по штуку. Так, давай. Выезжай. И... прекрасно. Там еще есть пушкари. Автопарк уничтожен, но это не значит, что ни одного штука еще не осталось. Нет, это, конечно же, еще будет. Цель уничтожена. Так, давай. Нужен. Все отлично. Крокодил на позиции. Все прекрасно. Так, где там еще одни инженеры? Нужно, чтобы вы полатали танк. Прибыла тяжелая кавалерия. Так, М8 на разведку. Вот как раз прибежал пару взводов вражеских. Инженеры тоже не спят. Не спят. Снайпера и рейнджеры справляются с своими обязанностями. Убивают врага. Так, одного снайпера убили. К сожалению. Эх, ну да ладно, на войне без жертв никак не получится. Как бы не стараться, но увы, увы. Так, ну снайпер, давай. Так. Добиваем. У нас все хорошо. Так. Ну давай, аккуратно. Кавалерия прибыла. Огонь! Пора двигаемся вперед. Бронетехника атакована. Кем же интересно? Пехотинцами, что ли? Так. Ладно, аккуратно. Двумя танками и одним легким бронетранспортером. Мы сейчас уничтожим базу подрывников и все то, что там находится. На этой самой базе. Отлично. Герман, езжай. На эту позицию. Быстро. Откладываю взрывчатку на северном причале. Нам нужно, чтобы остался. Вот отсчет пошел. У нас есть 1 минута 50 секунд для того, чтобы мы уничтожили вот это вот здание. И заодно, чтобы мы уничтожили всю пехоту, которая окружает нас. Опа, вот еще один штук. Четвертый. Все, вот это хорошая быстрая артиллерия. И здание уже уничтожено. И мы получили награду. Так, давай в корму и войти М8. Так. Давай. Не давай ему повернуться. Хотя он идиот. Все, он направляем, он уничтожен. Все, отлично. Так, добьем все там, все, что там осталось, и рейнджеры захватят сейчас все точки тут. Готов, я хочу, чтобы наша старушка забегала. Так. Инженеры уточнились. Захватываются. Все у нас тут достаточно четко. Так, Шерман, давай. Слишком много пехоты, мы не справляемся. Крокодил, вперед. Так, вертометчиков нет, так что можно сейчас спокойно чувствовать. Вот так, можно не за них не переживать. Они все делают. Как надо. Так, рейнджеры. Давайте, бегите и топливо тут. Мы захватили передовой автопарк, и что это нам даст? У нас и так уже есть танковая часть. Смысл нам от второй? Никакого нету. Ну, инженер хоть могут починить. Так, что надо? Какие вопросы к командиру, что надо? Что скажет, то и надо. Мы готовы выступать.
Так, сюда. Орудие к бою готово. И танки. Также езжайте. Вот сюда. Понял. Крокодил. Шерман. Выезжайте. Сюда что у нас тут? Орудие на цель. Красный все у нас тут. Рейнджер, как вы быстро бегаете-то? Марш-бросок для вас, оказывается. Абсолютно нормально. Не обленились, пока там стояли. Так, мы можем еще даже одних рейнджеров призвать, пожалуй, что. Цель уничтожена! Пехота врага стреляна! Так, ты почти целый, так что езжай воевать. Те, кто покорёженные. Даже не думай мне заклинить, мать твою! Так, давай, крокодил, пулемёт мне расчёт. Так, тут где-то ещё миномёт на расчёт. 100% тут где-то миномёт должен быть. Вражеское подразделение уничтожено. Так, уничтожено. Механик, жми! Идём в бой! Шерман сюда. Ещё один Шерман. Снова сюда. Так, тут все чинится, тут все хорошо. М8 сейчас тоже скоро вступит в бой. Крокодил на позиции. Так, крокодил, проверь вот эту позицию. Я почему-то мне кажется, что тут... Ну, конечно же, вот они. Эти гребаные минометчики. У нас повреждение. Так. М8 восстановлен. Так, посмотрим, есть ли тут еще какая-нибудь техника вражеская. Крокодил выдвигается. Так, пока вроде как не видно. Но это не значит, что если же чего-то не видно, значит этого и нет. Так. Да-да-да-да-да, артиллерия. Давай. Так, молодцы. Дальше. Шерман, давай. Атакуем здание. Так, минометы по нам стреляют. Минометы, это ерунда. Так, больше они уже не выделяют. Штуга. Опаньки, да и не один еще штук, там еще пушка. Так, давай. Вот так направляем вещательно. Так, крокодил отступает. Держак хочет. Попадание. Давай в корму. Разрушим двигатель, все, он даже повернуться уже не сможет. Так что все. Классно. Так, ехай. Так, давай. Артиллерия. Да. Так, у тебя сколько ТП? Много. Крокодил. Сюда. М8. Тоже повоюй. Еще есть кого убивать тут. Ага, наверное, своих же убивает. Так. Это уже плохо. Они уж очень больно стали атаковать. Ладно, аккуратно. Прямо. Прям ювелирненько. Так, все нормально. Крокодил. Сюда. Тут штук больше не должно быть, так что мы заезжаем прямо сюда вообще в наглую. И выжигаем все, что только сможем увидеть. Да, тут есть штаб, и из этого штаба как раз пехота, эти минометные пулеметные расчеты бегут. Будем его сжигать, что нам остается. Назад. Так, еще один Шерман. Так, что у нас тут? А, всех выжиг. Так, давай минометный расчет также уничтожай, пока тут маленький у нас М8 будет уничтожать это здание, которое уже горит.
так. И вот так. Еще артиллерии сюда. Так, еще и этот шерм. И этот шерм. Хотя в эстотик, пожалуй, что тут. Так, а зачем будет здание-то такое? Между дьяволом и синим морем. Ну вот, собственно, и все. Задача выполнена. Немецкий штаб уничтожен. Также этот штаб бомбистов также был уничтожен. Все, мы сделали правильно. Всем огромное спасибо за внимание. И до встречи в новых прохождениях, новых миссий компании «Высадка в Нормандии».Сержант Конти, у штаба для нас есть задание. Выдвигаемся.